Так, народ, я не ухожу из стендоффа, не переживайте. Я вас прошу только одно, досмотрите данное видео до конца. И чтобы я вас смотивировал досмотреть данное видео до конца, я, ребята, вам разыграю 5-7 вино. Просто так возьму и подарю. Чтобы я получить, тебе надо поставить лайк прямо сейчас, подписаться на мой канал, написать свой комментарий плюс свой ID. И самое главное, посмотри это видео без перемоток и напиши, что ты думаешь о данном формате. Ну а победителя найду ровно через 3 дня, поэтому смотри видео и не перематывай. Я тебе отпишу лично в ЛС в игре по твоему ID. Ну что же, удачного просмотра! Дамы и господа, к вашему вниманию представляю GTA на Android онлайн! То есть я играю с телефона, ребята, посмотрите на вот это, ну это просто полная жесть. Поэтому поставьте за это лайк и подпишитесь на мой канал. Если вы, ребята, напишите все хэштег «го еще», то я обязательно сниму продолжение. Потому что вы просто посмотрите на вот это. Это самый реальный сервер GTA Samp на Android. Вот это вот все, это самые настоящие реальные игроки. Каждый из них сидит и играет с своего телефона своими маленькими пальчиками клацает. Да-да-да. Тут, ребята, реально очень смешно, очень угарно. Также вот это спаун. На спауне есть халявная еда. То есть, если у вас мало жизни, как у меня, подходите сюда и такие говорите: мне, пожалуйста. Ой, не-не-не, не сюда, не сюда, не сюда. Подходите вот сюда и хаваете пиццу. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, как вкусно. Также не забываем при регистрации указать промокод Кент, и вы получите приятные ништяки. Поэтому, ребята, вот сюда вот пишите промокод Кент и будете счастливы. Только что мне какой-то чувак написал «го за мной». Давайте посмотрим, что он от меня хочет. Так, ну что, погнали, побежали, побежали, побежали. Он говорит «го за мной». Давай, я бегу за тобой, братик. Короче, вот этот, видите, вот этот Влад, его задавили. Он мне, в общем, предлагал купить пушку. Погнали за ним. Пишет «го за мной». Так, ну-ну-ну-ну-ну. Побежали, побежали. Сейчас почти накупим пушку, и вообще меня будут все бояться в этом штате. Нас какой-то бомж на скутере давит. У них драка началась, смотрите. Он достал биту. Блин, я просто ору. Ядрить, колотить пацаны. Определенно это очень смешно, поэтому я тут буду играть даже вне записи. Опа, ребят, он достал биту, бьет битой. Ни хрена себе, вот это разборки, прям как у меня во дворе. Ну, ребят, у меня 1 миллион, поэтому я могу себе позволить. Покупай себе 200 патронов и покупай себе оружие. Офигеть, я себе купил оружие. Вот это да. Владик, братик, спасибо, его опять сбили. Я просто в шоке, ребята. Тут есть самый настоящий читер. Посмотрите, что происходит, мать его, за ногу. Ни хрена себе. Вот это да. Не, ребят, я, конечно, всякое понимаю, но летающий читер на мопеде, который переворачивает автобусы и всех убивает. Так, подождите. Твою мать, что происходит? А ну-ка, давайте туда подбежим, посмотрим поближе. Нифига себе. Ох уж эти читеры, говнюки. Я вот прям сейчас напишу репорт, и вот его забанят 100%. Поэтому, дружище, хотя ты мне вообще никого не дружище, ты говнюк. И даже тут, даже в Сампе ты получишь бан, поэтому жди. Я, короче, какого-то бомжа выкинул с полицейской машины. В нее сажусь. Не могу ехать, а не могу. Ну блин, ну это было прикольно. Ну что же, ребята, и прямо сейчас я познакомлюсь с одним очень уважаемым бомжом. Опа, бомжара, здорово. Опа, здравствуйте, как жизнь? Короче, ребята, это Тик-Так, и прямо сейчас у нас будут гонки на нож в Stand-Off 2. Правда, на самый дешевый, но тем не менее на нож. Так, Тик-Так, становись. Подожди, до чего мы будем ехать, до куда? Будем ехать, пока не выиграю. Не, ну серьезно, как, до куда едем? Короче, давай будем ехать до того здания впереди. Короче, давай будем ехать, пока прямая дорога не закончится. Ты готов? Давай, раз, два, три, поехали. Да подожди, ты раньше начал. Охренеть! Охренеть! Чувак! А-а-а! Тут навстречу идет мотоцикл. Тише, тише, тише. Я могу нож взять. Оба, джик, остановились, все, я нож. Уху! Ой, блин, я упал! Ты меня сбил, дурак. Так, ну что же, ребята, Кент АПК, авторитет, вор в законе, подъехал к этому зданию. Сейчас, если я куплю шикарную машину, нифига себе, слушай, а что мы купим? Джип, купе, пикап, седан, универсал, фургон. Самую дорогую машину. Так я не знаю, какая дорогая. Давай джип купим, наверное, она самая дорогая. Короче, ребята, прямо сейчас будет легендарный момент, Кент АПК станет беднее на 300 косырей, мать его, за ногу! Я купил джип, подожди, нифига себе. Вот это я понимаю. Слышишь? Только что-то... Как-то мой джип похож на какую-то развалюху. Да не гони. Ладно, все, ребята. Была, не была, покупаем.
Так. Так, все, я буду купил. Да, у меня 300 косарей пропали. Где машина? Вот она, моя ласточка! Это не твоя. Да это моя, отвечаю. Подожди, как открыть двери? Да блин, слушай, я не могу открыть двери в свою машину. Ты открой, отдай. Давай так, смотри. У тебя есть 10 секунд, если ты за 10 секунд не открываешь машину, я ее разбиваю. Да, чувак, ты лобовое стекло разбиваешь в моей машине, выйди. Я сейчас оружие достану, я не шучу. Давай быстро открывай свою развалюху, поехали. Какая развалюха, это нормально, да чувак, ты разломал. Да... Чувак, ты какой-то невменяемый, реально, я с тобой не буду общаться. Ты мне дверь сломал, да не надо, я тебя прошу без шуток, реально, Сань. Да ты какой-то неадекват. О, какой-то бомж пришел, давайте спросим. Как? Подвезите позже. Сейчас мы подвезем на капоте. Как открыть машину? А ну-ка. Слэш. Тише. Я открыл! Открыл машину! Ура! Поехали! Она горит! Чувак! Ты что сделал? Ты реально какой-то неадекват. Чувак, я тебя ненавижу определенно. Поехали. Я умер! Я сдох! Тик-так, ты говно. Я в больнице появился. Я еще твою тачку взял. О, смотри, что это? Кто это? Это не гетто. Это гетто, давай завалимся к ним. Здорово, бомжи. Здорово, бомжи. Они сейчас могут тебя пристрелить. Меня добьют! Бьют, брат, спаси! Убегаем! Да ну нафиг, они какие-то неадекваты. Чувак, у меня есть ствол. Они сами напросились. Давай, доставай, я вам первый начал, реально. Ай! Тише. Меня хотят убить битой. Чувак, он какой-то неадекват за мной бежит. Давай. Помоги мне! Да я не могу! Я не могу ствол достать. Я понимаю. Чувак! Меня хотят убить! Спасите, помогите! Чувак, он бежит без бита, бьет меня! Офигеть, чувак, тут вообще какая-то бойня. Бьем. Ой, я пути попал. Добивай его. Давай. Да! Это победа. Ну он первый напал. Он же тварь. Ну а теперь добро пожаловать в мой дом. Я себе купил маленькую бюджетную однушку. Давайте ребятам покажу. Вот это моя гардеробная. Дверь в нее не открывается, поэтому я всегда хожу в одной одежде. Это, ребята, моя спальня. Тут я, ребят, занимаюсь грязными делишками. Сплю. Но вот это мой самый красивый вид из окна, ребят. Посмотрите, да, вы что, какой офигенный красивый вид. Я вижу перед собой красивую серую бетонную стенку. Вот это мой телевизор. Тут, ребята, я смотрю видосики на ютубе. Ну, вы поняли. Все как положено. А дом я, ребята, купил в каком-то сраном общежитии. Ну, извините. Ребята, что же такое GTA Samp Mobile? Мало ли вы не знаете, это огромный, крутой проект, в котором вы можете общаться с людьми. Вы можете покупать себе дома, покупать себе машины, вы можете работать, вы можете дуэлиться, можете вступать в банды, вы тут можете абсолютно все. Это полностью реальный мир, только в игре. Поэтому, пацаны, переходите по ссылочкам в описании, регистрируйтесь, скачивайте и играйте вместе со мной, потому что проект, ну, нереально улетный. Мне прям капец как понравилось. Ну а теперь давайте я вам расскажу, как же можно установить Samp Android Mobile. Все, ребята, предельно просто. Переходите в официальную группу, нажимаете на ссылочку Google Диск, качаете автоустановщик, устанавливаете его, потом, ребята, выбираете установить лайт-версию и все, буквально 10 минут и вы играете в Samp вместе со мной. Изи. Если вам до сих пор что-то непонятно, пацаны, просто посмотрите вот это видео. Ну тут все рассказано, тут даже ребенку будет ясно. Ссылочка есть тоже в описании. Ну а теперь самое важное. Я вам, ребята, покажу, как можно получить 120 тысяч баксов на халяву. Вам этого хватит на дом и на машину. Просто с нифига, бесплатно, просто по промокоду Кент. Как же, ребята, вводить промокод? Пишите /MM. Так, теперь выбираете промокод, это, ребята, очень важно, и пишите слово Кент. И прямо сейчас вы получите совершенно бесплатно 120 тысяч, ребята, но это просто ваш счастливый билет. Принять, все, изи, промокод успешно активирован. Денежный бонус будет выдан по достижении 3 уровня, то есть вы получаете 3 уровень и... Вам на счет сыпется 120 косарей, поэтому, ребята, желаю всем удачи и давайте играйте, фармите.
Ну что же, в принципе, ребята, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и давайте запустим хэштег «Го еще», и тогда я обязательно сниму продолжение. Ну что же, с вами был ваш Кент, Аптека и Тик-Так. Всем удачи и всем пока!